Выплыл вот такой вот сомик. Конечно, мы его отпускаем. Ну вот и на моей улице праздник. О, какой забан, а. Че, ребят, всем привет. Приехали с ночевочкой Женьком на рыбалку. Так вот стояли тут ночь. Путем ничего не поймали, только маленького сомика, которого отпустили. Сейчас пытаемся заплыть на яму. Встать, закормиться конкретно и расставиться удилищами. У нас тут такая вот батарея удилищ. Жека полез. Ловить будем череп, опарыш, кукуруза. Все есть, короче. Пока Женек плывет, подготовлю снасть. Жмыховочку. Делаю вот такие вот прорези, углубления для того, чтобы здесь натянулась леска. Ну, вторая снасть будет обычная. Донка. Даже без кормушки, такой скользящий грузило, четверочка, и вниз идут два поводка, один покороче, другой подлиннее. Все же мыховку закинул вот так вот в сторону. Жека тут уже червей насаживает. Сейчас буду я насаживать червей. Ловись, рыбка большая и маленькая. Вот она первая рыбка, мужики. О, слушай, ну хороший такой забан. Смотри, какой хороший. Вот какой забанчик, слушай, ну это приятный такой забаниша. Так, ну что, да, покачили. Главное, чтобы не выпрыгнул, блин, глянь как. Вот такой у нас садок, кстати, мужики, зацените. О! Ну что, садок большой на берегу. Что-то есть, но не такое крупное, как было, походу. Или вообще ничего нету. Походу прозевал. А удары были хорошие. Ты, блин. Ох, хорошо. Блин, Жека. Ни хрена себе. Надо подсак доставать. Это сазанчик, что ли, Жек? Я не знаю, что это. Ну, очень хорошо идет. Глянь, как сгибается. Ты видишь? Жека. Давай. Блин. А, сомик, блин. Червец. Вот кто. Блин. Варежка, блин. Я-то думал, там рыба хорошая. Опа, есть. Ну чё, о, нормально. Плыви, малютка. Плыви и зови бабушку. С ней мы тут будем бороться. Ух, как он. Человек идет? Да ничего, так мелочевочка бьется. Нифига себе, пошла против течения. Твоя мелочевочка. О, хорош. Ну-ка покажи на камеру. Красава.
Есть. Хорошо, крючок не оторвал. Ну да, такое поменьше, но нормально, нормально. О, блин, нифига себе, жмыховку, блин, Джек. Ага. Эту начала дербанить. Вот что такое. О! Крупняк попёр. Вот такой вот. Ну ничего. Развернулись мы, короче, от солнца. В глаза солнце светит. Жек, поклёвочка неплохая прям. Тяжело аж тащит так. Ух-ух-ух, как дрожит. Хороший, хороший. Ну вот такие вот делишки. Кукурузу взял. На кукурузу? Угу. Опять фрикцион. Опять сомик сошел. Ух, как бьется. Что-то... О! Забан хороший. Два таких. Внизу там что-то замекает, оказалось. Хороший забанчик, да? О, блин. Хорош, 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 что-то. Что-то хорошее. А? Хорошая рыбка. Ва. Вот это я понимаю, забанчик. Такого. О, какой. Жареночий. Прекрасная. Вместо жмыха поставлю кукурузу. А, опа. Бьется, ё-моё, я тут базарю. Блин, Жек, возьми эту леску, вот видишь, у меня на ручке. А, вытащи её, блин. Все, вытащил. Слушай, ну это сомик. Стопудово. Да, я чувствую, как он идет, когда совсем маленький. Давай, приходи в себя, брат. О, это он живенький. Я думаю, выживет. Ну что, собрал вторую снасть. Попробую здесь на кукурузку красненькую. И был клубничный такой на веревочке. Неплохого, кстати, тащил. О, синец. Ух, уже тоже синец. Два. Ух, а, чехонь. Ой, стерва, какая хорошая чехонь была. Оторвала? Вот я тебе говорил, что 0,2 поводки, это тонко. Да там просто не крутишься. Выбрались, короче говоря, на берег. О, ты глянь, как хочет рыбка на YouTube. Короче говоря, выбрались на берег. В лодке уже затекли ноги. Стало вровень с сидушкой пятая точка. Ну и, короче говоря, пожрать захотелось. Вот. Рыба просто что творит, нереально. Опа. О, и здесь клюет. Клюет. Здесь, конечно, с берега помельче клюет.
Но оно, видать, и то, что уже день, поэтому такой размер рыбы. Опа, есть. О, блин, я же говорил, зацепил сам свою, которая на бойл стоит у меня, ее зацепил. Я как кидал, это увидел уже. Есть. Синчик. Такой хороших размеров, кстати. На сушку пойдет. Вот такой вот красавчик. Читерская удочка, женек говорит у меня. Че, перекинул эту, наверное. Как-то ее подснесло. Здесь у меня, ребят, вот что стоит. А вдруг? С лозунгом «А вдруг?». Не дает подождать даже, сразу атакует. О, душман. Ё-моё. У него крючок поперек почти встал, понял? Он не зацепился, а просто поперек. Пускай плавает. Бедолага. По-моему, его все. Так вот, карасик. О. Ну, ему пофиг, он выживет в любых ситуациях. Клюет. Вот она, сапа. Ну, а чё нет? Блин. Ну чё там, Жек, у тебя? Как процесс? Вот идёт. Судя по тому, как ты усердно ее тащишь, чувствую, там идет сазан. Чего там у нас идет? Оба. Слушай. Хорошего размера подлещик. Что-то как-то летело, мне не понравилось. Ну ладно, сейчас. Стоит минут 10. Не будет клевать, буду перетаскивать. Потому что показалось, что запутались поводки. Ух ты, ё-моё, хороший. Ну это, блин, душман, мне кажется, такой. Что ж, колокольчик слетел, душман, скорее всего. А нет, а, точно. Его величество душман. Ну давай, отцепляйся. Не хочешь сам отцепляться? Тогда я тебе помогу. Он больше, чем пойдет. Я знал, что это он. Когда слетел колокол, я сразу понял, что это дело рук душмана.
Жек, вот ты говоришь, как так? Почему так? Почему ты не чувствуешь поклевки? Я тебе объясню. Несмотря на то, что рыбаки, они как бы секретами не делятся. А ты посмотри на свою снасть, у тебя что стоит? Снизу груз и поводки, правильно? Жек, ты правильно, она поэтому не клюет. Потому что у тебя где сейчас поводки находятся? Они как бы в толще воды, правильно? А у меня на дне. У меня груз скользящий. И на дне лежат... Вот, смотри, как получается. Груз ложится, и вот поводок бьется по дну. И поклевка через скользящий груз вся в удочку. Я даже... Вот как надо на лодке плавать. Жека опять, короче, вооружился. Что-то прям хорошее у него идет. Душма... О, не. Что это, забанчик? Забан, да. Ребят, короче, замутил тему такую. Онлайн-трансляция у меня идет в Инстаграм с нашей рыбалки. Короче, здесь идет телефон, вот стоит, снимает. И я, короче, рыбачу. 21 век, ё-моё. Можно сидеть на работе и смотреть, как кто-то рыбачит. Но это, наверное, вообще очень жестко. Да, рыбка активизировалась, конечно, к обеду. Солнышко вышло, видать. Тучи, дождь, ей не понравилось. Жек, опять что-то тащит, ты глянь, а? На, да это я, Джек, тащишь. Это называется ловля на нытье. У меня есть один знакомый, который постоянно ноет, а потом ловит. Вот то же самое ты сейчас, что у тебя за удочка? Что у тебя за удочка читерская, у меня не клюет. Все. Сглазил меня. Сам теперь ловит, значит. Хорошо гнется, как глядь. Че там? О! О! Какой забан, а! Забан. Хороший. Забан, да. А у меня тишина. Опять тащит, а? Гляньте на него. Какой уже, Жек, по счету? Это сколько еще я не снимал? Забанчик. Неплохой. Приятненький. И на самом деле у меня, ребят, тоже была одна поклевка. Я реализовал ее. Ну вот и на моей улице праздник. Хорошо идет. Ой. Душман, что ли, такие удары бойки. Ты? Блин. А как билось, а? А билось, как будто это, может, вторая была, я что-то не понял, потому что очень тяжело шло. Ну, либо давно рыбы я не ощущал. Короче, ребят, на самом деле, реально, вчера весь вечер, сегодня утром, так еще более-менее, сейчас днем, глянь, что разошлась.
начала поклевывать. Так, что нам нужно? Червячка. Ребят, я, короче, YouTube канал свой использую не только как помочь людям там, ну, рассказать чем-то, поделиться, да, там, показать своей рыбалкой, свою рыбалку там, что-то подсказать. Рад всегда ответить на ваши вопросы, там в комментариях задаете, всегда отвечаю. Ну, стараюсь ответить. Но и служит для того, чтобы у вас спросить совета. Расскажите, как лучше сохранить рыбу. Вот я сейчас Жеке говорю, что ее нужно распотрошить крупных забанов, засолить, и тогда там час-полтора часа по жаре до дома она вытерпит. Сейчас она уже и так лежит в теплой воде относительно, и ничему хорошему этого не приведет. Вы как считаете? Че, ребят, вот, короче говоря, результат нашей жабина, блин, нашей рыбалки. Примерно сколько мы тут? Примерно сутки пробыли. Вот такая вот рыбеха, значит, нас клевала. Есть тут все. И забанчики, и карасики, и подлещики. Все, все, все. Вот такая вот рыбишка. Так, ребят, ну что, на этом рыбалка заканчивается. Вот такие вот, значит, у нас рыбки клевали. Вот такие приятные забанчики были сегодня. Мы собираемся домой уже с Женьком. Машину сгрузили. Все, всем пока. До новых встреч.